Июнь 2020, Николаев, спуск к речному вокзалу и кехклубу с Никольской. Церковь Святой Великомученицы Екатерины в честь пианистки Кати Панны, которая погибла в 20 лет, построили ее родители. Борище. Здесь спуск кехклуб реставрируют, мы еще здесь не пройдем. Шелковица поспевает уже. Это Комсомольский сквер. Но здесь еще не все сделано. Спуск к речвокзалу.